Вот это обычный плацкартный вагон. Вот видите, здесь три полочки, 1, 2 и 3. Раньше на третьей тоже лежали матрасы, то есть их продавали как трехполочные, но третий ярус обычно никто не покупал, ну и поэтому в связи с этим мы там сняли целиком оттуда матрасы, так, на боковинке то же самое. А вот здесь такое место специальное, это крючок для лесенки.